Ну, не знаю, я человек аполитичный абсолютно, я всегда за дружбу. Я знаю, что пока мы едины, мы непобедимы, надо как-то объединяться, возвращать то, что было когда-то, если это возможно. Опять же, надо наших руководителей спрашивать, да, и как они видят будущее. Но страна – это единость, то есть это я за объединение, за дружбу, вот, если это возможно, конечно.